Котельная, сама ее строительство в стадии завершения, оборудование полностью смонтировано, ведутся пусконаладочные работы, котлы выводятся на режим работы. Кроме котельной завершаются работы по благоустройству территории. Сдана в эксплуатацию котельная будет в этом году, скорее всего, что в ближайший, наверное, месяц-полтора. 9 мая ее торжественный пуск. Здесь смонтированы котлы российского производства с очень высоким КПД, это порядка 95%, что на самом деле является большой цифрой. 99% здесь российское оборудование и российские комплектующие. Сама котельная работает в автономном режиме через удаленный доступ. Человеческий фактор здесь полностью отсутствует. А сама мощность котельной на данном этапе запланирована 120 мегаватт. Сейчас стоит два котла по 40 мегаватт. Третий котел планируется по мере надобности установить. Ждем только нагрузку от нашей деревни Универсиада, на которую котельная сама запланирована. Также запланировано с учетом запасов на районного Кольцовске в дальнейшем. Так что все будем с теплом и с горячей водой. Мы находимся на площадке строительства тепловой сети. Перед собой видим полностью готовую тепловую сеть от котельной до объектов Универсиады 2023 года. В настоящий момент производятся работы по обратной засыпке последних 10 метров тепловой сети. В данном случае мы смонтировали именно магистральную тепловую сеть, вот, плюс тепловые сети к уже построенным потребителям, то есть объектам Универсиады. Все резервы, все тепловые камеры для нового района в этой теплосети уже есть. Вот, тепловая сеть выполнена из труб пенополиуретановой изоляции системой дистанционного контроля. Также рассчитано как на сложные геологические условия, так и на сложные гидрогеологические условия. Все сложности преодолели, тепловая сеть построена.